Сегодня скажу несколько слов про тромбоз. В основном скажу про тромбоз нижних конечностей, так как он бывает опасный для здоровья и жизни отрывом тромба, тромбоэмболии. Причины, это в основном три причины, так называемая триада Вирхова, это замедление тока крови, ну, например, вследствие длительного сидения или ношения гипса, снижение подвижности или длительного вынужденного положения какого-то. Вторая причина – это нарушение свертываемости, в частности, так называемое «сгущение» в кавычках крови, которое чаще всего возникает после обезвоживания. И третья причина – это травма, повреждение сосудистой стенки, это или удар, или какие-то большие перегрузки, что стенка вены травмируется. И в совокупности, либо вследствие действия одного из этих факторов, все это приводит к тромбозу.